Всем привет, с вами Елена Смирнова. Сегодня хочу зайти в игру. Называется Golden Tea. Tea — это чай, вроде в переводе. Значит, нам дают при регистрации 10 тысяч монет. Эта игрушка не новая, она уже 3 года работает, но она платит и платит достаточно хорошо. И при том она еще и без вложений. Так вот она выглядит. Платежные системы различные. 5 уровней партнерской программы. Так, дозащита, СМС, защита аккаунта, интерактивное игровое поле. Значит, что у нас здесь? Получай деньги, играя в игру. Мы выдаем реальные деньги за виртуальные листики. Вот, секундочку. Здесь вот, это команда, ну и платежки. Что у нас так? Регистрация. Есть группа ВКонтакте, значит, сейчас посмотрим это все. Так, ваша почта. Промокод не обязательно. Капча. Так, регистрируюсь, вы соглашаетесь с правилами, ля-ля-ля, и нажимаем зарегистрироваться. Так, ну что, вы успешно зарегистрировались. Значит, ребят, после того, как, если кто захочет присоединиться ко мне в игре, вам на почту придет письмо. Там будет ваш логин. Придумайте логин. И ваш пароль. Пароль можно потом будет поменять. Это все нужно запомнить на всякий случай и где-то записать. Я же сейчас вставлю и авторизуюсь. Значит, я перешла на почту и нажала на вкладочку «Перейти на сайт», и я как бы уже сразу авторизована. Но данные на сайте, логин и пароль, надо это все будет заполнить. Вот. Ну, так вот наш выглядит кабинет. Значит, тут выводится основная информация о состоянии баланса вашего аккаунта. Значит, профиль, магазин, игра, пополнение, вывод, бонус. Значит, у меня уже на счету, смотрите, 10 тысяч монет. Значит, обмен, тикеты, рефералы. Значит, так вот выглядит, наверное, профиль это. Значит, и тут же чуть ниже наша партнерская ссылочка. Ну что, давайте посмотрим по вкладочке, пройдемся. Так. Значит, это у нас профиль, так? Это и есть, наверное. Сейчас посмотрим. Угу. Да. Значит, здесь магазин. Что у нас тут в магазине? Мы должны найти 10 тысяч что-то купить. Вот этот большой куст. Вот. Значит, ну что? Так, вот это большой куст, средний куст, смотрите, и малый куст. Вот этот, наверное, нам надо за 10 тысяч. Значит, нам надо один. Так. И нажимаем купить. Так. Малый куст успешно куплен в количестве 1 штука. Так. И тут какие-то конкурсы вы выполнили. Так, получено 15 рейтинга. Угу. Далее, что? Магазин, игра. Угу. А здесь собрать. Мы будем собрать листики, продать листики. Так, посадите кустик на поле. Ага, еще надо кустик посадить. О, как, смотрите-ка. А как его тут? Давайте сюда. Ок. Ну. Хорошо. Ага, вот так нажимаем на хорошо. Давайте сюда в уголок его посадим.
Ок. Ну. И что-то он не сажается. Выберите куст. Так. Если у вас нет кустов, то купите в магазине. Ок. Ну, один куст. Ну, что он не сажается. Куст успешно посажен. Угу. А вот все. Кустик я посадила. Теперь будем собирать это все. 4 листика. 400 листиков собрать. Ну, давайте попробуем собрать. Было собрано 400 листиков. Давайте продать. Раз уж тут чай успешно продан, вы получили, что я там получила? Что-то там 10 монет, наверное. Значит, это... Так, далее что? Игра. А, магазин-то игра. Значит, здесь у нас пополнение, вывод. У нас... Так, вы выполнили, значит, продайте листики. Ага, получено плюс 30 рейтинга. Тут еще и рейтинг есть. Надо, если выполняешь задания какие-то, значит. Ага. Так, вы не пополняли счет более 100 рублей, не имеете активных рефералов. Поэтому можете получить из игры не больше 1 рубля. Понятно. Ну и ладно. Значит, бонус. Смотрите, бесплатный бонус. Ты же вроде как получала. Ага. До получения бонуса осталось. Так, получить бонус. Бонус у нас дают какой-то. Вы получили бонус 27 монет. Ну, замечательно. Так, далее. Так, обмен. Здесь можно что? Количество золота, и вы получаете проценты. Обменять золото. Так, ясно. Так, обмен тикеты. А это, если возникнут вопросы, выберите тему и в службу поддержки написать. И здесь рефералы. Так. Всеуровневая реферальная программа. Приглашать людей, и вы будете получать вознаграждение. И опять наша партнерская ссылка. Вот такая вот игра. Кому интересно, присоединяемся. Здесь вопросы-ответы. Это тоже надо все прочитать. Это все надо изучить. Вот. И, ну, я знаю, что люди здесь хорошо зарабатывают. Вот. Ну что? Значит, сколько монет равен 1 рубль? 1 рубль равен 100 монет. Ну, это как везде. Ну и замечательно. Ну что, ребят, кому интересно, присоединяемся. Я пока ничего вкладывать не буду, а дальше я посмотрю. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.